будто ненароком закрываю твои очи, смотря далеко, и таком иначе не придавая значение самому себе. И что же ждет дальше, пусть придет ко мне извне. Из ниоткуда накрывают какие проблемы, из ничего рушится в стране вновь системы. Люди жертвуют всем, и ты готовы на все, но устоять на земле, иначе невозможно. Зачем же так поступает с нами дикая судьба? Всегда по-разному, у каждого своя череда. На первом, второй надо распределять, и чуть-чуть потише, хотя бы предупреждать. Никто не успевает, никто не замечает, а времени все меньше, его ведь не хватает. Как же поступить, остановить часы, изменить для себя свои хорошие пути, которые не бесконечны, часто куда-то регулярно без остановки накрывают маха. Дебитва до последнего, до потери пульса, где бьются молодые и даже не фантуют, отдавая почет и уважение старшим. Так будет всегда, они ведь не продажны, но малолетки лишь крови считают промили. Ты понимаешь, что доверие тебе пропили. И так год за годом, минуты за минуты, проживаем вроде тут, но постоянно будут. И как же остановить этот дурный пример? Ведь немногие показать, где спецара, где райки, где райки. Но да я поможет изменить все пути, которые не откроют через